Всем привет и приветствую всех на самый добрый и самый адекватный канал на платформе YouTube. Сразу прожимаем лайк, дизлайк и подписываемся на канал, если ты все еще не подписан. И да, друзья, не забываем про комментарии. Ваши комментарии – это наша мотивация. Таким образом, мы знаем, что вам нравится наш контент. И вот, наконец, наступил долгожданный день обновления нашей с вами любимой игры Lios. Так, давайте загрузим 214 мегабайт и посмотрим, что приготовили нам наши разработчики. Итак, загрузка прошла успешно, теперь посмотрим, что приготовили нам наши любимые разрабы. А я вам желаю приятного просмотра. Давайте посмотрим, что после обновления нам добавили. Так, дрон. По цене 896 купонов, то есть стоило 1200 и скидка 30%. Так, редкая форма после изучения можно изготовить. Так, а это скейтборд. Стоило 2800. По скидке также 30%, 1960 купонов. А также эти два скина по 50% скидки, то есть по 300 купонов можно приобрести. И еще этот скин тоже 50% скидка. Давайте пройдемся по обновлению. Так, это посмотрели. И теперь добавили рулетку. Что можно купить? То есть эта рулетка не новая, эта рулетка уже была. Так. Давайте сейчас посмотрим, что здесь у нас. Купон захвата клада Черной Пятницы. Так, можно приобрести скин. Ну, короче, пару скинов добавили. А, вот. То есть уже эти фрагменты, они уже донатными сделали, как я понял. Давайте не будем спешить и посмотрим дальше. Так, можно получить. И за нее используйте для обмена предметов. Вот это Черная Пятница. А, вот карнавал у нас. То есть и здесь тоже нам дают данные купоны, но надо теперь разобраться, что, как и где. Так, здесь это не то. Так, тоже как. Что здесь можно получить? Золото. Не, реально какой-то мультфильм, блин. Не могли что-нибудь серьезное придумать. Вот и добавил. А, вот для чего. Чтобы ключ покупать один ключ, нам данные фрагменты и нужны. То есть вот это фрагмент, валюта Черной Пятницы. Нам нужно для этой рулетки, чтобы покупать данные ключи. Короче, вот так вот. С этим мы разобрались. Давайте по магазину еще раз пройдемся. Посмотрим, что-нибудь новое добавили или нет. А, нет, смотрите, на все оружие 50% скидка. С какой стати, не знаю. А
Ого. И на эти тоже, как я, на скины персонажей тоже 50% скидка. И на машины. Не, это реально топ. Просто топ. Так, с некоторые фрагменты 20% скидка. Ну, который стоит 360, 300. На эти 20%. Так, на граффити. На это скидки, на скин. Да, это просто бомба. Смотрите, на скины объекта тоже 50%, 30% скидки такие. Не знаю, разрабы с какой стати так решили поощрить. Смотрите, дрон 30% и скейтборд тоже 30%. Итак, идем дальше. Так, тут что? Смотрите, этот автомобиль тоже за 50% скидку. Да, это вообще топчик. Просто молодца. Единственный раз, который они меня обрадовали. С такой, как сказать, я. Ну, с такими скидками, которые они предоставили нам. Так, дрон можно за 12 медалей купить, однако. Так что без доната можно дрон покупать. А у нас медалей сколько? Мы несколько потратили, но посмотрим потом. Так, с привилегии. Так, тут ничего и тут ничего особенного. Быстренько по крафту пройдемся. В предметах ничего нового не добавили. В объект. В объекте тоже нету. Бой. Так, смотрим. Вот пулемет Льюис. Короче, я не могу это выговорить. Короче, пулемет Льюиса. Или как-то так. И винтовка М62. Я не понял, почему это у него на английском, то есть на китайском написано, а здесь на русском. Здесь тоже накосячили. Как там говорят, уже один баг нашел, да? Типа того. Так, идем вниз. Что еще добавлено? Так. Пока что эти двое видел новых. Так, сокращение, ну, обычная всякая ерунда ненужная. В транспортах 50 МК, 10 шестеренок, 10 листов. По такой же цене, как и планер. Видите? Хорошо, что сюда зашел. Добавили ракетницу за 200 купонов. То есть те самые купоны, через которые мы делаем торги на личной базе. И фиолку за 100 купонов. Это что у нас? Случайно дает один из следующих предметов. Сигнальная ракетница 1. Фиолетовую карту. Деталь 100. Слиток за час. Так, рандомно может выпасть либо сигнальная ракетница, либо фиолка. Короче,
Вообще трэш. И в обменнике у нас добавлен большой подарок на День Благодарения. Дает фиоловую карту, детали 500, слиток из железа 100. Ничего себе обменник. Ну, нормально. Да, и только на один раз. И да, чтобы вы знали, мы сразу же купим этот дрон. За 12 медалей. И смотрим. Так, где у нас указывается? Так, давайте посмотрим на этот раз. Смотрите, мы купили дрон, разблокировали его. Но где он? Черт его побери. А, вот в бою. В бою показывает. 50 МК, 6 труб, 5 пружин и 10 деталей. Ну ничего себе, богатенько. Так, я сказал админу Тепехоц ко мне, что-то его нету. Так, смотрим, чтобы крафтить, нам нужно третий верстак. Давайте скрафтим наш гидравлик. Так, давайте посмотрим, как работает наш дрон. Смотрите. То есть на меня он не работает. Он работает. Кстати, интересная вещь. И посмотрим, как далеко он полетит. А, собирать весы? Не, невозможно. Превышена дальность полета. То есть все. Короче, это имбовая вещь вообще. Топчик. Теперь давайте посмотрим 7.62. Вот как работает. На пулемет. Так, на туловище 81, на голову 97. Если смотреть с этим, 3, 8, 6.
Так, сместимость 100 патронов на дрон. Крафтим, крафтим, крафтим. И на крафт надо минута 39. Ну, нихера себе. Ну, честно говоря, дрон очень богат. Ну, богато. Дорого стоит. Как говорится, дорогое удовольствие. И вот. Управление так себе. Что у нас? Первое лицо? А, вот так тоже можно. Вот это что за блокировка? Защитный пулемет. Знаете, для чего она хороша? К примеру, если вы редите, да, и там на крыше вам надо посмотреть, есть там турель или нет. Просто можете подойти вот дроном и проверить, к примеру, заряжены ли эти турки или нет. Когда ваш дрон летит, чем дальше, тем она расширяется. То есть вы можете знать, как далеко можно пойти. К примеру, если вы идете рейдить, да, и там люк открытый, вы просто можете залететь вот так и проверить, что там находится. Ну, короче, лайфхак вам. Так, давай залетим. Все, мы уже внутри. Смотрите, мы уже смотри, проверяем, что и как у нас тут есть. Тут вы там просто выходите, да. И все, вы прочекали хату.
И дальше можно редить. Короче, ловите лайфхак от меня. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте прожимать лайк и написать в комментариях, как вам мои идеи, как вы смотрите на это. И расскажите свои мысли в комментариях, что вы думаете насчет данного дрона. Ну, как по мне, это просто бомба. Ну, а в дальнейшем я еще буду искать всякие лайфхаки, ну, всякие гайды с данным дроном. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Всем добра, всем пока, до новых выпусков.